Здравствуйте, туристы-милитаристы. Есть у нас один замечательный постоянный зритель, да не просто постоянный зритель. Он начал комментировать буквально там со второго, с третьего ролика, сразу после создания канала Архадыр. И отличается он... Ну, в общем, главная черта замечательного уральского мужика Саши Соловьева – это его же уральская упрямость, вот эта вот упертость, которую невозможно никакими, совершенно никакими способами человека невозможно переубедить в чем-то. И если взять процентуально, то Саня у нас ножи чаще ругает, чем хвалит. Наверное, просто даже дело не в том, что мы разными глазами смотрим на какие-то ножи, а в том, что у нас разные ножи нам нравятся, скажем так. Ну, неважно. И наверняка этот нож он похвалит, я очень надеюсь, потому что я уже успел понять, какие ножи Соловьеву нравятся. Вот такая вот прямоугольная клипса, довольно безликая, довольно... Ну вот вырез есть, конечно. В принципе, можно было бы ее отстоунвошить, чтобы она просто не бросалась в глаза. Именно своей полированностью. Прямая, обычная, стандартная, не уродская, как на спайдерка. Просто лаконичная клипса. Ее основной плюс в том, что она обеспечивает полностью глубокую посадку ножа на карман. То есть ножа не видно в принципе из кармана от слова совсем, от слова вообще. Ну давайте я достану этого замечательного малыша и... Интересно мне все-таки, угадал я по поводу Соловьева или не угадал. Итак, нож Zip Slip от компании Kaiser Cutlery. Длина ножа 173 мм, длина клинка 72 мм, ширина 23 мм, толщина по обуху 2,9 мм. Честно говоря, на мой взгляд, немножко многовато для такого малыша EDC-шного. Вес 105 грамм, сталь Бёллер N690, 59-60 единиц по шкале Роквелла, рукоять G10, механизм здесь беззамковый слип джойнт. И это также Vanguard серия, то есть в Vanguard. На Ламни в премиум серии в Титане этот нож стоит 145 евро. А цена на Vanguard в G10 колеблется по разным сайтам от 70 до 90 евро. Первое, за что вы платите в этом ноже, это даже не материалы. Хотя на самом деле, видите, вот как бы Vanguard идет у Кайзера как именно такой бюджетный сегмент, но с... дизайнами, которые обкатаны в премиум серии, и имена дизайнеров, которые входят в их линейку Bladesmith. То есть получается, они слегка вот берут какой-то нож, делают в премиум серии, и потом через какое-то время выпускают его в линейке Vanguard уже подешевле. Но при этом, понимаете, здесь не стоит, например, на клинке какая-то No Name, как бы японская AUS 8. Здесь все-таки Бёллер N690. С учетом того, что нож китайский, я рискну предположить, ну, безусловно, производитель заявляет Бёллер N690. Я рискну предположить, что все-таки место производства самой стали, скорее всего, поднебесное. Ну, как правило, это особо на скорость полета пули не влияет. Так вот, за что же платить? За дизайн, ребят. В первую очередь за дизайн, потому что дизайнер этого ножа никто иной, как Майкл Вагнина. Он у нас титулованный член ассоциации найфмейкеров. И с 2003 аж года, то есть это, считайте, уже 16 лет, он носит самое высокое звание кузнеца-оружейника, которое называется Мастер Смит. О нем я знаю очень мало. Я знаю о нем только, что он к ножам пришел не сразу. Он занимался какими-то ресторациями, выращивал фрукты, был плантатором.
Параллельно он там пытался ковать клинки, работал с металлом и так далее, и так далее. В конце концов, в 2003 году он стал мастер Смитом. Что самое главное для нас? Это то, что Майкл Вагнина делает дизайны для Аламик Катлери. А не мне вам объяснять, сколько стоят ножи Аламик Катлери. То есть здесь есть возможность прикоснуться через имя этого дизайнера к этим вот именно ножам такой формы. Рукоять на самом деле похожа, клиночек похож, не то чтобы прям похож на какие-то аламиковские ножи, но общий какой-то общий характер, общий момент улавливается. Как вы видите, я не могу перестать этим ножом щелкать. На самом деле, одна из особенностей этого ножа заключается в том, что, вот честно сказать, я не понял. Обычно по законодательству, по строгим законодательствам ножевым разных стран, если идет ограничение в длине клинка, например, если идет требование без замковости, то идет параллельно с этим требование двурукого раскрытия. Здесь у нас имеет место быть slip joint, то есть замка нет, но при этом раскрытие и складывание ножа однорукое. Поэтому вот это вот то, что нож встает предварительно вот в такое вот положение, он фиксируется, можно объяснить чисто логически. Я не уверен в этом на 100%. Если кто уверен, пожалуйста, прокомментируйте. Чисто логически можно объяснить двумя аспектами. Первый – это для того, чтобы нож при одноруком складывании не складывался вам режущей кромкой на пальце, потому что можно складывать через обух, можно складывать через… Нет, через отверстие не получится. Я пробовал… вот так вот это именно и складывается. То есть в любом случае здесь помогает чойл не порезаться, плюс нож встает вот в это вот положение, он четко в этом фиксируется, и вы потом, ну вот видите, доигрался называется. Ну вот я вам продемонстрировал на самом деле, что нож острый, и что даже самым безопасным, со всеми предостережениями, со всеми под пальцами упорами, с чойлом, постановкой клинка вот в такое вот положение, все равно даже самым безопасным ножом можно порезаться. Так вот, возможно, это особенность, скажем, особенность раскрытия и складывания данного ножа. Это не только момент безопасности, чтобы не порезаться, хотя, как вы видели, порезаться все равно можно при особом, сука, таланте. Так вот, возможно, это некий реверанс в сторону именно законодательств. Вот здесь я, ребят, плаваю. Я совершенно честно признаю, что можно ли воспринимать вот эту постановку клинка на, ну, будем считать здесь на сколько градусов, даже не знаю, ну 50 тут, неважно. В общем, какой 50 здесь, если 90, неважно. Можно ли вот взять вот эту постановку клинка и отнести к некоему там чисто теоретическому двурукому раскрытию. Не уверен, но возможно. Я знаю, что есть этот нож в черном G10 и в оранжевом G10. Насчет остальных цветов нет у меня уверенности. Как я уже сказал, есть в премиум версии с титановой рукоятью этот нож, и он стоит на Ламни 145 евро, а на Vanguard версию с G10 цена колеблется от 70 до 90 евро. В общем, поехали дальше. На самом деле, вот этот вот оранжевый G10, он очень быстро в карманах занашивается и приобретает такой грязно-оранжевый цвет. Я думаю, что все любители ножей, у которых когда-либо были такие подобные морковки, они со мной согласятся. То есть он такой довольно быстро засаливается. Но сам по себе цвет красивый. Я могу сказать, что он гораздо ярче в реале, чем вы видите сейчас по телеку, потому что немножко здесь у меня идет искажение, конечно, цвета. Вот так выглядит благородного
света поглощающего серого цвета спинка выпилов в лайнерах нет, при всем при том, что нож на самом деле всего 105 грамм весит. Потихоньку начинаю стареть. Почему? Потому что все больше и больше меня привлекают маленькие ножи с небольшими клиночками, и меняется мое отношение к чойлам. Причем мое отношение к чойлам, оно меняется прям действительно кардинально. Наверное, потому что все больше и больше мне в руки попадается толковых чойлов. Потому что чойл в нашем, чуть не сказал, кизлярском восприятии, это просто гребаное полудырье, которое ворует режущую кромку и не более того. Чойл, как вот на данном ноже, или мастер чойла, я считаю, мастером чойла я считаю, конечно же, Еспера Вокснеса. Чойл на небольшом ноже, он реально помогает. И он помогает настолько, если он грамотно сделан, что тебе даже не жалко вот этих вот миллиметров режущей кромки, которые воруются этим чойлом. Почему? Потому что работать настолько удобнее, держать в руке нож настолько удобнее с чойлом, что тебе действительно совершенно вот не обидно, что там чуть ли не сантиметр кромки ушел на вот этот выпил. Основной хват здесь, да здесь нет как такового основного хвата. Обычно я вам демонстрирую молоточный, диагональный, там обратный и прочее, прочее. Это просто небольшой EDC-шник. Беззамковый EDC-шник, который очень ловко вот так вот крутится в руке самыми разными способами, самыми разными хватами. И совершенно четко вот он как-то вращается, такой вот карандашик. Очень приятно, я могу сказать, если не говорить в принципе о каких-то именно хватах, ну вот, есть здесь какой-то некий молоточный хват. То есть так или иначе, скорее всего, когда я буду строгать этим ножом, у меня вот прям вот так на упор пойдет указательный палец, я уверен, что ничего от этого не случится, не в первый раз, как говорится. Какие-то подрезательно-нарезательные действия, вот вы упираете рукоять в ладонь и пошла плясать губерния. Идете нарезать, вскрывать, прочее, прочее. Аккуратная какая-то заточка, еще какие-то моменты. В общем, классно, на самом деле удобно, и я понимаю, что все, начиная от формы рукояти, от выреза, от чойла, от выреза отверстия в клинке, это действительно не просто какой-то вот сели и нарисовали, действительно видно, что дизайнер работал. И вот я не преувеличиваю, ребят, вот как угодно считайте, я не знаю, что я здесь именно увидел имя дизайнера и восторгнулся. Нет, я вам могу сказать, что я этот нож когда достал из коробки, он мне сразу привлек. Конечно, он меня не привлек не так сильно, как вундертяпка, обзор на которую я сделал совсем недавно, которая пришла также вот с этим ножом вместе. Но он меня привлек. Да что ж ты будешь делать? Фокус, покус, пердифокус. Вот он. Он меня привлек именно своей какой-то вот ловкостью сразу же посадки в руку. Хоп, и он как будто как родной, как влитой. Давайте-ка поговорим немножко еще раз о клипсе. Клипса у нас односторонняя, только в режиме типа, только в одном положении. Как вы видите, клипса врезается в рукоять вот здесь на двух винтах. И под левую руку нет ничего похожего. То есть вот таким вот образом нож у нас сидит на кармане. И вот так вот мы его правой рукой достаем. В очередной раз говорю, что я там не... Когда мне левши иногда начинают писать и говорить, да мы все нормально, справляемся. Что ты, я... Ребят, я за вас, я не против вас. G10 гладкая, не текстурированная, очень приятная на ощупь. Типичные кайзеровские китайские винты. Вопрос к знатокам, где вы еще такие винты видели? И номер модельки и марка стали с одной стороны с логотипом Кайзер, с другой стороны название Zip Slip. Zip Slip это же молния. Есть еще программа такая, архиватор, которую, кстати говоря, одно время довольно серьезно поругивали. Но я не компьютерщик, я даже не знаю за что. Я знаю только, что поругивали. И на обухе
скромный Майкл написал свою фамилию. Вот так вот, чтобы особо не запариваться. Классический дроп-поинт с красивым, опять же, дизайнерским фальшлезвием. Особо это фальшлезвие на скорость полета пули не влияет, но это именно чисто вот дизайн ради дизайна. Мягкий дроп в сторону кончика. Мягкая аккуратная линия режущей кромки. Stone Wash на клинке. Красиво. Мне нравится. Дулька. Все как в лучших домах Шанхая. Классный нож. Я говорю, вот единственный момент, который лично меня по этому ножу смущает, это, конечно, можно было бы клипсу от Stonewash. Кстати говоря, в начале видео я вспомнил Александра Соловьева. Сань, привет. Наверняка тебе даже кину ссылку на этот ролик. И Александр меня научил, как стоунвошить клипсы в домашних условиях. Это просто берешь полтора литровую там, или двухлитровую бутыль пустую, засыпаешь туда керамзита или каких-нибудь других мелких камушков, бросаешь туда клипсу и просто методично начинаешь играть на вот этих вот маракасах, пока клипсы не станет от стоунвошена. Шикарнейшая на самом деле идея, не требует, требует только времени, не требует вообще никаких затрат. И единственный, конечно, момент, который можно сказать, что, ну, Соловьев говорит, можно так и клинки даже стоунвошить. Я просто представляю, какая потом морока будет точить клинок, который вы от стоунвоша или вот так вот керамзитом в домашних условиях. Прекрасный нож, стоит своих денег, безусловно. Очень радует то, что он появился в G10 и стал практически в два раза дешевле, при том, что здесь Бёллер N690 на клинке стоит. Замечательный дизайн. Рекомендую совершенно всем, кто ездит по Европам в отпусках. Нож беззамковый. И это действительно очень прикольный такой, замечательный EDC-шник. Я вот сейчас, вот мне интересно, опять же, протестировать будет. Почему? Потому что я вот только сейчас обратил внимание. Треть длины ножа занимает только режущая кромка. Все остальное место это рукоять плюс чойл. Меня этим вообще не напугаешь от слова совсем. Почему? Потому что я люблю скандинавские ножи, я люблю норвегов, у которых еще и не такое встречается. Я говорю сейчас о фиксидах. Здесь, на мой взгляд, совершенно осознанная, совершенно правильная жертва режущей кромки в пользу удобства использования самого ножа. Вот такой вот скрывальщик, нарезальщик. В общем, пишите комментарии, как-то меня Кайзер радует нынче. Спасибо за просмотр, всего доброго, увидимся.